Всех приветствую на нашем канале. Сегодня я вам расскажу, как самостоятельно сделать вакуумную упаковку для хранения овощей на зимний период, а может и круглый год. Если у вас большой урожай томатов, допустим, и вы уже не знаете, что с ними делать, то существует один прекрасный способ, который поможет вам с этим разобраться. Замораживать так следует плоды небольшого размера. Их можно потом использовать в качестве начинки в пиццу, готовить с ними запеканки, супы, борщи и так далее. Суть способа очень проста. Возьмите обычный целлофановый пакет, складываем туда помидорины, штучки 4, можно 5. Аккуратненько их размещаем. После этого берем коктейльную трубочку, вставляем и аккуратненько скручиваем пакет до трубочки. После этого берем и вытягиваем воздух. Таким вот образом у нас получилась вакуумная упаковка с помидорами. Теперь переложите этот пакет в морозильную камеру, и данные помидоры будут храниться у вас там всю зиму, а может быть целый год. Когда томаты размораживаются, то кожица очень легко отходит. Я считаю заморозку прекрасный способ сохранения томатов на зиму, ведь зимой они стоят дорого, и при этом покупные помидоры менее вкусные. Используйте наш проверенный совет и делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, это лучшая благодарность для меня.